И вот она, нарядная 20-метровая красавица, которая будет радовать казанцев и гостей города все новогодние праздники. Много-много радости детишкам и взрослым принесли многочисленные игрушки и гирлянды. Зажигали сегодня не только в прямом, но и переносном смысле. Шоу устроили лучшие Дед Морозы Казани. Вот они, на сцене. Как пойдешь за порог, всюду по соседству с елкой открылся и ледовый городок. Вот изо льда и снега мастера вылепили фигуры. Здесь и традиционные новогодние герои. Вот на Снегурочка и добрый Дедушка Мороз. Угадываются его контуры. Будет еще одно в прямом смысле большое и красивое развлечение. Вот это вот огромная ледяная горка. Здесь все очень круто и мне все нравится. Супер, очень классно, очень здорово, все понравилось, Деда Мороза прекрасный, спасибо. Хотелось бы, конечно, морозца, как бы, но так все хорошо сделали. При такой температуре фигуры, конечно, немножко подтаивают, вон вода, однако стоят достаточно твердо и, думаю, могут порадовать казанцев достаточно долго. Казанцы, с Новым годом! Дмитрий Аринин, Данил Филатов, казанцы, ТНВ, Казань.